Приветствую всех на своем канале. Как бы не очень, конечно, прям 100% удачно, но как бы получилось все-таки угадывать очень даже неплохо. И на сегодняшний день, через час уже начнутся матчи, кто успел, тот посмотрел, мое личное мнение. То есть у Astralis замена, Virtus Pro, SK Gaming. Конечно, не знаю, что именно подготовили Flipside, вы видели, да? Пацаны могут. И дальше Natus Windsor и Fnatic. Это мое личное мнение. Ваше мнение может отличаться от моего. А также не забывайте в первом видео прогнозов. У меня идет конкурс. Нужно написать слово конкурс. Все, кто напишет, то есть среди вас, я проведу рандомный розыгрыш. А если наберется всего лишь 3 человека, то, естественно, я просто отдам вам эти гифты. Так что удачи, игра гифтом будет Insurgency, повторяюсь. Так что переходите на ссылку в описании под видео и пишите комментарий конкурса. А еще, кстати говоря, я даже вписался в 7% глобального ранка по прогнозам.